Вот метода поиска. Конечно, поле не совсем оттаяло. Мало того, камня не видно. Булдыганы. Некоторые видно, что не то. Ну вот это халцедончик. Уже веселее. Видите, каверна. Так, в карман его отмоем. Ну, раз здесь попался, надо внимательно посмотреть. Даже комки земли. Тоже не то. О, замороженный. Вот это уже веселее. Плохо видно только. Но вариант. Вот вариант поиска камня на пашне. Снегом, конечно, покрыто. 20%. Но можно искать. Вот в этом месте несколько хороших халцедонов взял. Ну, интересно, наверное, будет, если отмыть его. Так, карман. Специальная сумочка. Это что? Это что за коронада? Нет. Что-то на пигматит смахивает. Ладно. Уже веселее, думал, впустую пройдет время. По идее, конечно, надо со стороны солнца идти вниз. Но пойдем потом наоборот. Вот здесь пигматит выбился. Вот там вот. Вот где я ходил. Здесь же, вот так вот лежало сверху.
видно, что кристаллы кварца, дымчак, похоже. Думаю, отмою. Ну, здесь надо повнимательнее смотреть. Возможно, плугом зацепили за норчик небольшой, а может большой. Эх, почему не лето? Кварц, 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 кварц. Ух ты, прыгал. Так, так, так. Да, вот даже следа поблескивает. О, видите, точно здесь занорчик был. Вот, тоже кварчик со слепкой. Вот тоже халцедон. Хорошо.